Елена, новая героиня телепроекта «Перезагрузка» на ТНТ. У Лены никак не получается построить здоровые отношения, а с помощью современной косметологии можно значительно преобразить лицо, обрести свежий и отдохнувший вид и значительно повысить самооценку. Замечаем уставший вид лица, заломы мимических морщин и носогубных складок. Провели ряд инъекционных методик для создания совершенного вида нашей героини. Проработали область носогубных складок. Ботулинотерапия против мимических морщин лба и межбровья. В завершении полечили высыпание с помощью плазмотерапии. Понравилось преображение? Ставь лайк на это видео.